18 марта жители Чебоксар выбирали не только президента страны, но и общественное пространство, которое в первую очередь благоустроят по программе формирования комфортной городской среды. Рейтинговое голосование за общественные пространства организовали на всех избирательных участках города. Из 18 объектов галочки можно было поставить напротив трех. В рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий приняли участие 150 293 человека, что составляет 41% к общему количеству избирателей. Результаты рейтингового голосования будут представлены районным общественным комиссиям в течение 3 дней. Планировали сегодня уже услышать, но там действительно подсчет-то сложный. Всю ночь работали. Ну ладно, дождемся. Три общественных пространства, которые наберут больше всего голосов, городские власти обещали благоустроить уже в этом году. 1700